последнего падения пришлось поменять руль. Стоял у меня китайский карбоновый руль с Алиэкспресса. Но на последнем видео вы видели, как я упал. И он там треснул. Сейчас я иду за велосипедом. И я вам более детально покажу, что случилось с этим рулем. Где трещины, какие вмятины. Потом мы еще можем поэкспериментировать с ним. Например, его распилять, посмотреть толщину, всякое такое. При каком усилии он ломается. Ну, сейчас вы попозже увидите. Смотрите, какая трещина пошла на месте крепления выноса. Ну, короче, он полностью лопнул. Все лопнутое. А вот он был удар в это место. Сюда ударилось, и там лопнуло. Ну, как-то не прикольно. Слабо так. Хочется еще столько же хотя бы. Да не, не есть лучше. Не, я съезжать не буду. Я без шлема. Ладно, кто со шлемом будет. Новый велосипедист рождается. Тужись, Леха, тужись.